Приветствую всех любителей игрушек из киндер-сюрприза. Сегодня на моем канале очередное новое видео. И в этот раз видео посвящено весенней серии сезона 2020-2021 года. Да? Ну, то есть вот у нас в России эта серия пошла в магазинах в яйцах в 2021 году уже. Да? Вот, и... часто называют их пасхальными сериями у нас. Вот. Так как-то привыкли. Вот либо весенняя серия, либо пасхальная серия. Вот. И эта серия из 8 игрушек. Да, вот основная часть еще у этой серии есть 8 добавочных каких-то доп. Игрушек. Ну, кто смотрит мой канал, постоянно тот знает, да, что я обычно собираю только целиковые фигурки, да, и вот доп. Игрушки не собираю. Вот во вкладыше. На этом вкладыше видны вот основные все фигурки. Вот. 8 зверушек таких забавных. Ну, за рубежом эта серия называется, если я правильно, насколько произношение позволит, да, Spring Discovery. Вот. Ну, что-то типа весеннее открытие, да, или как-то так она называется. Если так переводить дословно, могут быть нюансы. Вот. Серия довольно сложно собиралась. Вот, сейчас про это немножко подробнее. Например, вкладыш одной из фигурок. К каждой фигурке еще в комплекте идет вот такая бумажка, которую можно сложить в несколько раз, да, чтобы получилась маленькая такая сложная гармошка. И вот эту гармошку можно внутрь убирать, внутрь каждой игрушки. Давайте, вот эти бумажки как раз. Давайте я сразу с этих бумажек начну показ и в сторону их уберу. То есть к каждой игрушке шла такая полосочка, которую можно сложить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 квадратиков, да, 7 раз можно все это согнуть, эти 8 квадратиков. И для всех игрушек они разные, у каждой своя. Но на вкладышах, фигуркам везде хорошо видно, какая к какой относится. Поэтому я их все смешал, все вместе, да, Не стал их сгибать, они так остались целыми. Полосочки с всевозможными какими-то рисунками. Вот они в комплекте каждой фигурки идут. Это уже не первый раз, когда к этим весенним игрушкам, да, подобные такие штучки в комплекте, такие складывающиеся. Это уже традиционно немножко стало. Убираю их в сторону. Давайте теперь начнем смотреть сами игрушки. Давайте начнем с такого прикольного лягушонка. Фигурки очень приятные на ощупь. Такие забавные. Как раз там могла быть и как раз гармошка с этими полосочка с рисунками. То есть везде в игрушках предусмотрено какое-то место, да, где они могут храниться. В принципе, все игрушки из двух частей состоят. То есть я уже их собрал с половинок. Следующая игрушка пускай будет у нас такая лама. Какая-то невероятная вообще проблема. Очень тяжело, очень сложно собиралась эта серия. То есть парочка игрушек была огромная проблема. Лама, да, белая. У меня с ней большие проблемы были. И еще с ежиком. Давайте следующую фигурку покажу. Это ежик. Тоже с ним невероятная эта проблема. Прям не мог никак найти этот ежик. Тоже как-то тяжело все было. В общем, с большими-большими трудами, да, все-таки все собралось. Вся серия в сборе. Все 8 основных игрушек серии. 8 доп, которые какие-то предметики такие непонятные. Их я не стал собирать. Потому что я никогда не собираю. Собираю только основные фигурки серии. Дальше у нас идет такой лисенок. Очень прикольные фигурки, да, то есть, иногда бывает, картинка не так хорошо передает, а когда уже в руках оказались эти все игрушки, понравились намного больше, и качество фигурок хорошее, и фигурки довольно-таки такие раскрашенные, хорошо, интересные цвета. Такой у нас следующий персонаж. Тоже какие-то отверстия, где могут быть видны, внутрь эти гармошки из картинок, которые сложные, можно положить. Теперь у нас такая еще классная тоже игрушка. Таким листиком спереди прикольным.
такой цвет интересный. Ну, осталось уже две игрушки у нас. Так, еще вот такой у нас в очочках персонаж. Таким яйцом нарисованным. Вот, и уже совсем чуть-чуть остается. И еще последняя фигурка, восьмая. Так, это вот такой классный зайчик, тоже с таким вот листиком зелененьким спереди, очень классный. Ну вот и ушки тоже зелененькие, там покрашены полоски. Тоже такой классный получается. Комбинация цветов очень приятная для восприятия, ну, по крайней мере, на мой взгляд. Такие глаза косые, да. Ну, такая вот интересная весенняя серия у нас опять с игрушками. Вот, ну давайте опять сейчас все игрушки расставлю, всю серию, и посмотрим целиком на серию. Ну вот, вся серия в сборе, вся основная серия, да, все основные 8 игрушек этой серии вот здесь, вот все бумажки тоже, да, вот стопочкой. Вот, вживую очень прикольная серия, очень прикольные такие зверушки, очень классный такой приятный на ощупь пластик. В общем, очень порадовало. Куча всяких очень. Ну, потому что почему-то положительные такие эмоции эта серия вызвала больше, чем некоторые другие весенние вот эти вот пасхальные серии. Вот. Ну, практически каждую весну выпускаются вот эти зверушки всевозможные, но эта серия очень порадовала. Вот. Очень рекомендую, ну, постараться, ну, собрать эту серию. Только единственное, почему-то я вот этого не той стороной повернул. Так, справляюсь. Вот. Ну, сложно было собрать, но того стоило. Вот, ну, пора завершать мой обзор. Смотрите и другие видео на моем канале. Всегда что-то интересное найдете. Наверняка всегда найдется что-то, чего раньше не знали. Или увидите то, чего раньше не видели. Поэтому, ну, подписывайтесь. И мне будет приятно. И вы не пропустите какие-то интересные видео, да, которые могут вам что-то новое рассказать, показать. Вот. Ну, на этом, пожалуй, все. Всем пока!